вырезаем квадрат, складываем, еще раз складываем, одну сторону мы в одну направляем, вторую сторону в другую сторону. Что у нас получается? Ножницами обрезаем уголок, берем пинцет, зажимаем, где мы обрезали, над свечкой подплавляем, подплавили и зажали, где мы обрезали. Внизу обрезаем, где мы обрезали, немножко так расширили, и поджигаем. Поджигаем, зажимаем. Поджигаем, зажимаем. У нас получился лепесток. Сейчас мы сделали так вот, вот эти лепесточки. Это не все кругленькие лепесточки. Берем ленту, отрезаем квадрат. Вырезали один квадрат поменьше, второй побольше. Берем меньший квадрат, складываем. Складываем. Еще раз. Складываем в разные стороны. Так. Что получается? Обрезаем уголочек. Чуть-чуть обрезаем. Подпаиваем, чтобы он держался. Так, заготовочка готова. Одна. Это будет внутренняя часть лепестка. Берем побольше квадрат. Складываем его как острый лепесток. Как острый лепесток складываем. Заготовочку, которую мы сделали, мы вставляем внутрь острого лепестка. Теперь мы обрезаем уголок, запаиваем. Получается, у нас внутренний лепесток и внешний лепесток соединились, запаялись. Переворачиваем лепесток и обрезаем нижнюю часть. И запаиваем нижнюю часть. И у нас с нижней стороны соединятся внешний лепесток и внутренний лепесток. Так, зажали. Вот у нас получился такой лепесток. Двойной лепесток. Так, мы сделали вот такие лепесточки. Сделали лепесточки, которые двойные. Сейчас мы будем делать основу. Берем картонку, берем что-то такое, чтобы можно было обвести, обводим и вырезаем. Так, что у нас получается? Вырезали картонку, расчертили. И сейчас берем пистолет и приклеиваем лепесточки.
сделали такие лепесточки, и мы будем вставлять их между этими лепестками. Берем, вырезаем два квадрата. Светлый, темный цвет. Складываем так в треугольник. Складываем второй треугольник. Теперь мы так вот берем и накладываем. Получился лепесток. Теперь мы что делаем? Обрезаем. Подпаиваем. Зажимаем. Так, подпаяли. У нас получился такой вот лепесточек. Мы сделали эти лепестки. Берем иголку с ниткой и эти лепестки.
Берем круг. Берем лепестки, которые я сделала. Приклеиваем. Точечка. Лепесток приклеили. Ой. Дальше. Идем. Немножко. Берем кружочек, вот эти маленькие все лепесточки будем сейчас приклеивать. Thank you.
мы сделали вот такой миниатюрный цветочек. Так, приклеим сразу серединку. Смотрите, какой у нас цветочек получился. Так, теперь мы уберем наш основной цветок, который мы сделали. И эту серединку мы сейчас приклеим вот сюда. Если вам понравился цветочек, мне будет приятно, если вы поставите лайк. Подписывайтесь на мой канал. Будем делать такие оригинальные всякие цветочки. Спасибо за внимание.